Москва, 28 сентября, РИА Новости, Егор Беликов. На 86 году жизнь от нас ушел Марк Анатольевич Захаров, режиссер театра и кино. Его фильм «В золотом фонде». Его спектакли смотрят в записи. Каким запомнится Удруг Ленкама в материале РИА Новости. Марк Захаров был режиссером традиционным, зрительским, понятным, и в каждой этой характеристике нет и не может быть никакого уничтожения, преуменьшения заслуг. Наоборот, быть понятным куда труднее, чем намудрить. А о зрительском любви мечтает каждый автор.